Сегодня 7 июля, 189-й день года в Григорианском календаре. До конца года остается 177 дней. В этот день, в 1915 году, родился Константин Константинов, молдавский актер театра и кино. В 1668 году Исаак Ньютон получил степень магистра наук. В 1891 году компания American Express запатентовала дорожные чеки, послужившие прообразом современных кредитных карт. В 1881 году в Риме была впервые напечатана сказка Карло Коллоди «Пиноккио». В этот день, в 1957 году, открылась первая Пагуошская конференция, заложившая начало международной кампании за ядерное разоружение. 7 июля в 1854 году скончался Георг Ом, немецкий физик, автор основного закона электрической цепи. Сегодня именины отмечают Антон, Иван и Никита –